Январь 2021 года. Последний месяц, когда около 50 работников Бельского авиационного учреждения Молд Аэросервис получили зарплату. В то же время сотрудники, большинство из которых пенсионеры, не могут полноценно выполнять свою работу, так как предприятие находится на грани банкротства. Собрались провести собрание внеочередное по поводу того, что нам не платят заработную плату с 21 года, с 1 января, по сегодняшнего дня. Вера Кисловская работает на авиапредприятии Молд Аэросервис уже больше 50 лет. Женщина с радостью вспоминает время, когда учреждение функционировало в нормальном режиме. В чем проблема? Деньги. Уже как все два года и сколько там. Некоторые не выходят, а я по вызову, как положено, кладовщик, инструментальщик, должна выдать инструмент, принять и должна быть как ребята вот эти работали сейчас. Мы прилетали с Маркулеш, прилетала с Вадулой воды, я должна тут быть. Мне очень нравилась эта работа, я ее сейчас люблю. А для авиатехника и летчика Виктора Андрущука сокращение стало большой неожиданностью. Вот с Сергеем Михайловичем и на химии летали, и на лесах летали, потом работа прекратилась, сказали, идите домой. По звонку будете приходить. Месяца два-три прошло, Виктор Федорович Герцог. Сказал, говорит, извини, Витек, Викторович, ты попал под сокращение. Я нигде никакой бумаги не подписывал, ни с приказом, ни ознакомлен. Долг у меня, как у всех, по 90 тысяч. Я крайний раз получал зарплату за ноябрь 2020 года. Спустя множество попыток привлечения внимания администрации к этой проблеме, сотрудники решились на ультиматум. Полное прекращение исполнения рабочих обязанностей. Ты отпуск, да, и фост, нечто, тот, я нож, я вырос, ну, мне дай отпуск, он дома кабак, мой сын так вордой, говорю, юрист, я стадан, кота, на коре, вей, стес, кумец, ка, сфи, бина, карасы, не шо, фост, не шутно, а дунаре. Ши, ну, повешь, лавабин, спус, ну, повешь. Ша тут ще 10 сух дар, да, з 15 лет, я вроде 20 сентября, 15 лет, шау, 21 день зили, ау, кэн, сэ, гэнди, ау, кэн, сэ, ку, адунаре, После того, как журналисты Nordnews связались с руководством предприятия, отсутствовавшим на собрании, заместитель администратора Молд Аэросервис рассказал, что проблема заключается в отсутствии помощи и заинтересованности со стороны государства. Adică ajutorul din partea agenției proprietății publice, care ni s-au promis ni personal, practic au fost numai cuvinte goale. Venituri ca să acoperim adică cheltuielile mase, adică salariile, noi tot nu avem suficient. Adică noi putem să închidem numai datoriile față de Red Nord, Мрундай, дика, ну макс, ну санкет, дика, ну и со, ну и практик ценим персонал, со сигурем интегритет а бунорилор статулы, да статул, ну тогда бы речь, ну мас лосешь ди ситуации, что ну факутник. При этом представитель агентства публичной собственности подчеркивает, что оплата труда сотрудников является обязанностью администрации предприятия. Da, în principiu, activitatea întreprinderilor de stat este una, ei sunt la autonomie financiară. De fapt, statul nici nu trebuie să facă donații sau subsidii pentru salarizarea personalului. Noi o să ridicăm, iată, noi nu avem nicio plângere din partea angajaților. Mersi că ne-ați sesizat, eu chiar o să fac legătură să vedem în care este situația cu salarizarea acolo în întreprindere. Государственное предприятие Молд Аэросервис было основано в 1966 году. С момента своего основания компания Молд Аэросервис представляла авиауслуги на вертолетах Ми-2 и самолетах Ан-2 не только на территории Республики Молдова, но и в Египте, Алжире, Ираке, Румынии, Турции, Южной Корее и так далее.